будут считать только те люди, которые заранее знают, какие должны быть результаты, и они их обеспечат. В избирательных комиссиях всех уровней нет демократически ориентированных людей, нет представителей оппозиционных партий. Всего их 1%, это смешно. Фото, скажем, прямо не блеск. Ну, надежда всегда должна быть. Есть, конечно. Всегда надежда на лучшее есть. Надеетесь на депутата? Больше на Бога. Что люди стали более добрее, приветливее. Вот. Слава Богу за нашего правителя Лукашенко. Так что дай Бог ему добра и здоровья.